На землю спустилась Небесная Дева, или как ее еще называют, Дочь Бога. На сцене Чувашского драмтеатра прошел спектакль Марийского национального театра драмы. «Юманудыр» или «Дочь Бога» – мюзикл по таким названиям чебоксерским зрителям показал Марийский национальный театр драмы. Это древний марийский миф, но на новый лад. Автор помещает современных героев в прошлое. Это премьера прошлого сезона. Надо сказать, что зритель очень полюбил этот спектакль. Для нас это новая работа в таком жанре мюзикла. Ну, надо сказать, что все спектакли у нас музыкальные. Так уж повело. Это пьеса написана молодым автором, девушкой Наталья Пушкина. Это ее первая такая работа в драматургии, надо сказать. Она основана на мифологическом сюжете. Мы решили сделать эту постановку современной. Вот, и, скажем так, герои, которые попадают туда, они попадают вроде бы в мифологическое такое пространство и как-то пытаются сегодняшние вот эти молодые люди как-то пытаются там, скажем, выжить и обретают любовь. Главный герой, он влюбляется в Юманидер, и что из этого получается, собственно говоря. Говорят и поют герои на марийском, но чтобы понять смысл, язык знать не обязательно. Его раскрывают музыка, танцы и песни, в которых, кстати, сочетаются современный стиль и фольклорный колорит народов Марии. Чтобы воплотить замысел автора в жизнь, была проделана огромная работа. На сцене совместили драматургию и вокал. Поначалу эта задача всем казалась сложной, репетировали постановку на протяжении нескольких месяцев. Многие песни в мюзикле артисты исполняют вживую. Премьеру соседи чебоксарские зрители оценили по достоинству. Марийские и чувашские драматические театры сотрудничают давно. Каждый год зрители балуют новыми спектаклями. В ноябре на гастроли в Ишкар-Алу отправятся и наши артисты. Ольга Перочкина, Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика.